Сегодня снова в своей розовой комнате. Уже сходила в душ, потому что вся промокла. Были у нас сегодня такие интересные танцы. И жду Элю, чтобы мы посушили мои вещи. Ночевать, возможно, буду здесь. Любимая розовая комната. Говорю сейчас реально без шуток, Безос реально очень мерзкий тип, и когда я шла на проект, я там посмотрела парочку эфиров, я не знала, кто он из себя, кого он там себя представляет, увидела его на мероприятии, такая, думаю, зажглось, это моя любовь, господи, как я ошибалась, да, он сильно меня обижал, реально, когда ты приходишь на проект, тебе ставят такие условия, или ты занимаешься сексом, или ходишь за ворота, но это максимально... стрёмно, сильно так мужчина делать не будет. И когда, знаете, он постоянно меня оскорблял, падшая женщина, завтра будет эфир, где я просто вынесла плакаты, говорю, типа, Лёша, а где твои темы, где твои анонсы? Почему ты других осуждаешь, самого ничего не происходит? Он начал меня материть, оскорблять, я не знаю, честно, как это смонтируют, но завтра в выпуске все увидите. Он реально очень сильно меня оскорблял. Я подошла к Субботиной разобраться, почему она врала, что у них не было секса с Безосом первую неделю, он у них был. Безос сидел, короче, выяснил. Снял. Типа, я ему там какой день дала, какой день дала ему субботу. Да. Угу. Привет. Экскурс по женской спальне, тоже ее будет шатать, как видимо, хулиган пришел. Так, обращаюсь ко всем защитникам. Клопов, молей, кошек. Все нормально у меня, все четко. Ребят, да жизнь такая, честно говоря, не мы такие. Потрепало немного меня. Поэтому не обращайте особо внимания на мой внешний вид. Просто знайте, что мне похуй. Что, ребят, всем доброе-доброе утречко. Расскажу вам немного о этой злополучной тусовке. Действительно, пошли с Игорем на день рождения друга, он рэпер. Презентовали там наш совместный трек. Также я спел песню, которую с Элиной записал. И там встретил одну очаровательную милую девчонку, с которой завязалось общение. И случилось так, то, что мы поцеловались. А придет ли она на проект, узнаем позже. Сегодня я должен с ней увидеться, пообщаться, чтобы все-таки решить, двигаться нам вместе или нет. Поэтому сегодня будет много интересного. Сегодня также я еду на поляну. Всем чинг-бэнг. Песня по жизни правил. Она уже треснула, реально. Да, я сосалась. Да, я сосала, мне просто. Ну что, я сосался в клубе, я сосался в Химках, я делал секс каждый день. Ну все, нахера тут такие люди нужны? Так жестко в рот давал. Ради бога, вообще. Я люблю, когда мне сосут. Понимаешь? Ради бога, ради бога. Но не графин. Хорошо. Я не в этом списке. Без позиции ты сидишь. После такой маски, мне кажется, Болтуфьев меня уже не примет, братва. А я делаю все, чтобы они тебя не приняли. На район мне нельзя приезжать. А в пятницу он домой пойдет. Друзья, вот погодку кто скажет. Сегодня одета в одной цветовой гамме. С кем? С Екатериной. А, да, у нас с Фемили Луз, да, Таня? Да, конечно, зачем? Я знал, Таня, что вы красный. Хороши. Просто посмотрите, что он сделал. Что ты сделал, Микки? Боже мой! Ну что ты творишь, а? Микки, ну что ты творишь? Я бы испугался такого чувака, если был бы ребенком. Господи, какая милота. Стой, я вот Диман Хулиган, а это Катя не Фонтан. Приветствую. Есть. Фонтана нет. Ты расстроилась, Катюш? Мужики, они такие. Ты фонтан, ты огонь, ты принцесса.
Красиво выглядишь, Кать, сегодня классный танец. Все, Трахима, привет, передай. Привет, передай фанатам моим. Элина. Элина. Очень она расстроилась, конечно, что я пришел без роллов. Я думал, мы будем в интимной обстановке их кушать. Но, увы, Химки не Нью-Йорк. Рад видеть даже Элину. Он девочки новые. Ой, Клава. Вон девочка новая, Александра. Помаши, пожалуйста. Буду ее пиарить, заниматься ее продюсированием. Очень красивые глаза. Мне тоже кажется. Нет, Саш, давай не будем так разговаривать со мной, блядь, сегодня. Ну так, Илиночка, конечно, старая гвардия, так сказать. Очень соскучился, очень скучал. Смотрите, как она классно, эротично ест этот банан. Просто сок. Просто секси. Так, мы идем вот такой компанией. Мирон, Миланка, Оливия. Детский сад целый. И наш любимый администратор нас сопровождает. Это сопровождение очень серьезное детского сада. Чего себе? Вот это пир у деток. Рви, рви, рви. Что там тебе подарили? Куклу Барби. Вот это да, розовая. Супер. Как классно. Для тебя заказал. Это просто трэш. Тут такая лужа просто. Оливия, пойдем, пожалуйста, со мной. Сегодня начинается прекрасный день, прекрасное утро. Наши отношения вышли на новый уровень. Мы ехали в ресторан. Мы не ругаемся. Называем друг друга на «вы». Клавдия Дмитриевна, аккуратно пройдемте. Да, сюда. Хорошо, Игорь Викторович, пойдемте. Ага, прям чтобы я забыла, что ли? Короче, все у нас нормально. Фух, едем делать мне один документ, потому что у нас будет кое-какое свидание, событие. Лиса знает ко мне подход. Игорь основательно подготовился. Ты готов к детям, Игорь? Как видишь, нет. Я за безопасность. У нас, короче, со второго этажа все летит. Может быть, кто-нибудь еще хочет детей в этом доме, а? Игорь просто решил сразу одеть. Вот там СТОшка, я все машинки сейчас там ремонтирую, значит. Я предлагаю, Игорь, а можно попробовать, чтобы все-таки что-то прилетело в твою голову, испытать? Да, например, умные мысли, да? Представляем, что Игорь кушает и что-то со второго этажа летит. Короче. На самом деле тут страшно стоять, потому что тут все что-то летит. Сегодняшний день закончился, голосование прошло. Это был самый эмоционально тяжелый день. Что могу сказать? Я вынесла для себя очень много уроков. Живем дальше. Знали, куда идем. Оп, девочка, девочка. Оп, девочка, девочка. И Саша сегодня в джинсах. Хватит с меня девочек.
Ну, а рабочий день продолжается. Как всегда, съемочка. Игорь вернулся. Светлана Апрель разберется в этих психологических проблемах людей. Проблем очень много, потому что все участники по-своему больные, да? Не фонтан. Как мы смотримся с Лешенькой? Мне просто интересно, что ты говоришь. Как обычно? В реку ходят дважды, не ходят. Сколько можно раз войти? Вопрос дня. Вот сегодня будем это и решать. Сколько можно входить? Игорь, ну расскажи еще раз цитату про космос. И про собак. Ты Гагарин или не Гагарин? Или до тебя бывали какие-то собаки? Ну это все вот в ковид Офигеть, свадебный переполох. Никогда такого не видел. Жесть. Домой пойдешь. Надпись обновили. Вот прям над головой у меня теперь будет. Голубки отношения выясняют. Хотят выгнать друг друга. Вообще, что он меня любит, а приезжает сюда и строит непонятный колодец. Роста никакого. Когда рядом такие малышки. Роста, у тебя роста абсолютно никакого. Каким ты был изначально, понимаешь? Типа пытался чем-то. Твою налево. Остался. Девчонкам купил розы, раздал. Хотел, да, это сделать? Молодец. Опа. Все, все здесь. В сборе с детьми. Как здорово. Здесь все. Это классно. Просто наше поколение. Такие они милашки. Ты что, говорит, беременна? Ты же говорила, что такая сладень смотришь. Ты не знаешь? Нет. Ну просто скажи, не было, вот не видно было живота, потому что зима была. В куртке, да? А сейчас видишь, какая Вика красивая. Будет мальчик. Ты Мирон, а у нас Леон. Леон? Классное, какое имя. Тебе у нас на доме два. Да? Что именно понравилось тебе? Ну ты сегодня, конечно, прикол сказал Тиграну, все смеялись. Слышишь, Мирон? То есть у тебя юмор, да, хороший? Да? Ой, дождик. Нам с тобой вставать утром, потому что вылетать. Я знаю. Алёша. И мы